Пусть наш терем процветает, пусть гостей всегда встречает. Будем в радости все жить, и не охоть, не тужить. Кто в радости живет, того кручина не берет. А теперь и ваш черед. Кто частушки тут споет? Уважаемые гости, объявляем конкурс частушки. Самая лучшая частушка будет награждена специальным призом хозяина этого терема. Итак, смелее подходите, пойте. А вы, зрители, голосуйте, выбирайте. Я боюсь. Вижу смелого участника. Подходи сюда. Представьте. Шла корова по деревне, слезы капали на нос. Отребите хвост, пожалуй, не пойду больше колхоз. Я носовская девочка, играю и пою. Купите мне ботиночки, я замуж выхожу. Я не папина, я не мамина, я на улице росла, меня курица снесла. Откуда ты маленькая такая частушечница? Крюкова Ксения. Из Чухламы. Чухламский район, если быть точнее, деревня Носово. Крюкова Ксения. А кто еще желает поучаствовать в конкурсе? Уважаемые гости, неужели никто не знает частушек, а? Пожалуйста. Меня папка насмешил, сапоги с карманом шел, брюки валены скатал, чтоб на девок не скакал. Представьтесь, пожалуйста. Село Ведянское. Владимир Урюк. Записывай, записывай. Еще есть смелые? О, Ирина, ну конечно, ну разве можно пропустить впервые на этой сцене, на этом празднике? Частушечку там давай, ну. Я частушка одна, я пока сюда ехала, сочинила. В порядке очереди, наверное, да? Thank you.
остановился чуть-чуть без очереди. А вот теперь Валентина Тысячная, чахлана. Павличенков молодец, сохранил такой дворец. Он, наверное, оптимист. Вот попрет сюда турист. Уважаемые гости, есть еще желающие? Пожалуйста. Можно с бумажкой, я говорю, сам с бумажкой. Бумажка сочиняла всю ночь. Сельский житель наш Мартьян, он, конечно, был не пьян и построил терем новый здесь, в деревне Асташова. Поглядел Мартьян Сазонов и узнал, и упал бы меж газонов. Ба, какие тут дела, о, какие терема! В Асташове я была, всех подруг с собой взяла. Посмотрели терем новый, 5 оценка, 100 пудово. Павличенков Андрей, для нас денег не жалей. Каждому чухлымичу, по терему и по ключу. Скоро с елочки иголочки на землю упадут. Может, мне сегодня премию хорошую дадут? Частушки Серебрянобродского сочинения. Дорогие мама с папой, улетайте на Луну, хоть и пенсия большая, вы не нужны никому. Дорогие наши дети, мы и там не пропадем, мы картошечку посадим и посылку вам пошлем. Большое спасибо Серебряному Броду. А еще у нас есть желающие спеть частушку на этой сцене. Есть, 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 идут наши желающие. Ну, конечно, лучшая частушка будет поощрена призом хозяина терема. Деревенька Асташова, 30 верст от Чухломы. И несмотря на расстояние, в гости прибыли все мы. Это кто же расстарался и привлек сюда гостей? Все представлены мецената, Павличенко звать Андрей. Чудо-терем Асташовский, редкая диковина. Про его создание здесь слышала историю. Романтичностью сюжета были мы поражены. Мартемьян Сазонов терем этот строил для жены. Первый зон женушки и будки не построил, вот ведь гад. Для молоденькой ж голубки расстараться был он рад. По столичному проекту строил терем года два. Нет других таких в округе, глянь, какая лепота! Представьтесь, пожалуйста. Елена Майорова, Чухлома. Еще у нас есть желающие? Никто больше не желает спеть частушку о тереме, об Асташове или просто частушку? Ага, вижу, вижу, на эту сцену идет Светлана. Светлана Сироткина, Якша. Как по чухлымским дорогам не проехать, не пройти, грязи много, жижи много, заливайте подтолки. Через тучу-тученьку, подай, милый, рученьку, через темненький лесок, подай, милый, голосок. У-у-у-у!
купишь мне победу, я уйду к другому деду. Ну а наш конкурс «Частушка» продолжает Крылова Ксения из деревни Тимофеевская. Вы посмотрите, какая география обширная посетителей нашего праздника. Итак, Ксения, пожалуйста. Не ругай меня, маманя, не ругай так грозно. Я сама была такая, приходила поздно. Спасибо. Есть еще желающие принять участие в конкурсе? Есть, есть, есть. Издалека вижу, вижу, вижу. Здравствуйте. Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я из города Галича. Зовут Светлана. Мне, пожалуйста, играйте частушки, но без проигрыша. Я так спою. Все, у меня много-много частушек без проигрыша. Кровать без подушек не бывает. А я могу. Определить победителя. Спасибо. Нашего конкурса частушек. А есть еще желающие спеть на этой сцене на фоне этого терема? Это ведь такая память на всю жизнь останется. Терем, вы на сцене и частушка. Не вижу, не вижу. Смелее, пожалуйста, смелее. Друзья, не забывайте, еще ведь конкурс детского рисунка. Асташова терем деревни. Ребенок получит приз. Рисуйте, дети, у сосны. А на сцену, видимо, больше исполнителей нет. Тогда мы завершим этот конкурс.